Всем привет, друзья! Сегодня такой необычный ролик, меня попросили посмотреть. Здесь что-то по-английски написано. Крис Рок. Черные люди против негров. Такой. Ну давайте глянем, что же там. Лайк сразу ставлю. Комментарий сразу пишу. Вот если чувак не снимает с канала, просто все равно напишем. Все равно напишу ему. Пускай, может быть, передумает. Может, увидит, что я написал, он скажет: а вот мое призвание в чем. Этот. Вас, друзья, кстати, прошу проделать те же самые манипуляции со мной. Комментарий, лайк поставьте мне. Комментарий поставьте мне. Я буду начинать. Да, ссылки внизу есть, если хотите заказать ролик. Внизу под роликом найдете ссылочки, да. Много всякой херни, расизм там всякий. Кто больше расисты? Белые или черные? А я в фильмах снимался, но как комик был. Черные, знаешь почему? Потому что мы тоже ненавидим черных. Все, что нравится белым, черных, черные совершенно не любят черных. Тут такая вот херня происходит между черными людьми. Мать ее, гражданская война сейчас. И в ней две стороны, черные и нигеры. И нигеры идут нахуй. Каждый раз, когда черные собираются провести хорошо время, эти негрилы вечно все портят. Что же, что делаешь без того, чтобы долбанные нигеры все не испортили? Нихуя сделать нельзя, замутить дискач больше, чем на 3 недели. Дискотеку на 3 недели? Это что за дискотека так обычная? Открывались. Нельзя в кино сходить в первую неделю проката, потому что нигеры стреляют в экран. Что за дерьмо такое, а? Эй, отличное кино, такое пи***тое, что я всажу пулю в экран. Эй, я люблю черных, но а я... А как, в кинотеатр с оружием пускают, что ли? Ненавижу нигеров. Просто ненавижу, я бы в Ку-клукс-клан вступил, если бы меня взяли. Фильм один есть. Я еще краткий пересказ смотрел, когда там один чернокожий парень вступил, в скинхедом стал. Да. Взяли. Ездил бы такой и шмалял из тачки отсюда до Бруклина. Устал от нигеров? Нихера же не поделаешь, если вокруг... Я здесь понял, про чем речь идет, про социальный слой людей, которые очень себя плохо ведут, они низко, ну, необразованные, и все. Хорошо. Пасутся одни негрилы. Телевизор с большим экраном не купишь. Не, купить-то можно, но лучше его к 3 часам ночи спрятать. Перекрасить в белый цвет, может, нигеры подумают, что это коляска. Нихера в доме хранить нельзя. Почему? Потому что нигеры вламываются в твой дом. Потом приходят утром такие: чё, слышал, твою хату обнесли? Ну да, нигер, так ты же меня и ограбил. Ты ничего не слышал потому, что был занят. Устал от нигеров? Устал. От нигеров, ну? А знаете, что самое плохое в нигерах? Нигеры вечно хотят благодарности за то, что они и так должны делать. Просто так обязаны. Нигер будет хвалиться какой-то хуйней, о которой нормальные люди вообще молчат. Такой типа: а я забочусь о своих детях, так ты и так должен. Ты вообще что городишь? Это есть, что некоторые люди что-то сделают, а вот меня должны за это любить, там, ценить. Ты больше будешь благодарить тебя за то, что ты жопу вытер. Что за дичь ты зачесываешь, ну? Я никогда не был в тюрьме. И печенька тебе угостить? Действительно. Ты не должен был в тюрьму попадать, умственно отсталая. Ты как бы, я такой хрень тоже читал где-то. Типа не был в тюрьме, что такое? Говорит, это не твое, этот... Не твоя заслуга, а наше упущение. Это наше упущение. Горилла. Озвучка, конечно, хромает. Вот пободрее было бы интереснее.
как я устал от этой херни. А знаете, что самый пиздец в нигероидах? Нигеры обожают тупить. Ничто так не сделает нигера счастливым, как незнание ответа на твой вопрос. Просто спросите нигера о чем угодно. Ну типа столица Заира. Кого ты сам знаешь? Не знаю я такого дерьма. Будь реальнее. В общем, нигеры любят, когда реально. Реально тупить. Так закатился. Нигеры ненавидят науку. Нигеры врываются в ваш дом. Хотите сохранить бабло? Спрячьте их в книгу. Нигеры же не умеют читать. Просто спрячьте деньги в книгах. Книги как криптонит для нигерков. Такая жесткая, жесткая брама их проходит. На, почитай. Ай, помогите, помогите. Это же книга. А нет, ай, как я. Нет, это книга. Это книга, уберите от меня. Это про меня сейчас показал. Это я точно. Идите, на, почитай. Ай, это я. Помогите, помогите. Это же книга, пиздец мне. Устал я, ребята, от говна. Детям твоим поиграть нельзя спокойно, с каждым годом все меньше мест. Скачут из угла в угол 10 лет, от тех ворот до ворот. Прыгают на одной ноге по кругу. По трубам? А по кругу! Устал, собачьим, устал, устал, устал. Опа, 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 пан, нахлём мы нигерка. Устал, пацан Трэ? Тупорогие нигеры обожают петь свои тупые песни. Слышал одно недавно. Ладо седан, баклажан. Ну да, на самом деле, если вот рэп, если перевести на английский, ну вот первый, который есть, там же вообще какой-то примитивный. Я вот в армии что-то такое не показывали, типа, как он переводит еще песню. Звучит красиво, прикольно тогда. А вот, или недавно песню переслушал, из «Зеленой шершни» играл там вот. На самом деле, нет, не, а хорошая, нет, там песня хорошая, там и смысл хороший, и нет, не буду трогать ее, там песня прекрасная. Ну просто, она тоже умом не блещет, там такие песни, блин, такой бред, ну я рэп вообще в принципе не люблю. Нигеры поют, будет он Рождество. Не, ну та песня, опять же говорю, та песня хорошая, та из «Зеленого шершня», я не, все, не помню, блин, вот сейчас не помню. Просто вбейте в поиске песня из «Зеленого шершня», и она первая вылезет. Черные туфли, белые носки. Со мной только те, кто мне близки. Что за происходит? Что за стыд? Тут правительство задумало избавиться от социалки. Черных же не социальное обеспечение. Это не нигеры трясутся от страха в своих хедах. У нас заберут наше дерьмо. У черных есть и по две работы, ходят каждый день, работают. Говорят, найди себе работу, нигер. У меня две, а ты себе одну найти не можешь. В натуре. Иногда черные смотрят на меня и говорят: чувак, зачем ты так говоришь? Зачем ты так о нас? Это же... А вот здесь своих плоская, так жестко. Все СМИ, журналисты... Так говоришь, зачем ты так о нас? Это же все СМИ. Журналисты сделали нам плохой имидж. Зачем ты так о нас, бро? Это не мы такие, это журналисты все базарят. Хватит городить ебану, окей? Когда я сегодня вечером пойду к банкомату, то я не буду смотреть, нет ли за моей спиной журналиста. Я буду смотреть, не продается ли в засаде негрила. Дерьмо. Телеведущие на меня никогда не обижались. Нигеры обижались. Думаете, у меня... А телеведущие за что тебя обижают? Ты деньги делаешь. Три пушки дома из-за журналистов на улице. Вот дерьмо, журналисты, бежим. Валим нахуй сюда. Я справедливость раньше, что туристы ищут твари. Как профессия очень нужная, необходимая, но не твари. Мы уже это много раз обсуждали, что...
Понятное дело, чтобы журналисту подняться там на высоты, поднимать какие-то социально важные вопросы, ему нужно как-то подняться. И чтобы подняться, надо, ну, такие уж мы люди, что как поделать, такие же, нет, вы такие, я человек, такие же, так же люди устроены, чтобы как-то журналисту подняться, чтобы ему было интересно, чтобы его смотрели, как это, цитировали. Нужно всякую чернуху там поднимать, искать всякую такую новость, такие вкидывать. А уже потом между чернухой можно какие-то социально важные вопросы. Ну, так же устроено. Ну, поэтому я их ненавижу. Потому что нифига себе, меня копаются все там, лезут всякие. Нет, есть просто, которые именно в этом специализируются. Только в грязном белье копаются. Мне все равно ненавижу. Устал я, короче, от этого говнища. Это Крис Рок. Ух, ё-моё, что за чудовище. Так, друзья мои. А вот такая вот сегодня у нас с вами получилась реакция. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки. Извините, раздевался сегодня. Будьте клёвыми. Всем пока. Делай как по кайфу, родной. Только в рамках дозволенного.